Приветос, амигос, снова вы, снова я и он, наш снарядный почтальон или что-нибудь такое. До конца рифма не добита, потом, возможно, отредактирую. Значит, сегодня будет опять Т-72А, несмотря на то, что этот танк уже был в видосе, где были прочие советские ОБТ, запятая, обосраны. Сегодня будет попытка, знаете, так переосмыслить, какой нахер переосмыслить, поменять свое мнение об этом танке. Дело в том, что я уже говорил, период моей игры на этой машине выпал на период доминирования в игре вот этой машины, которая просто мне разорвала всю выхлопную трубу. Где тут выхлопная труба? Все бревно мне, короче, размочалило, потому что она в лоб вообще не пробивалась, объехать ее не давали. И дошло до того, что клановые взводы на этих танках просто сбивались в кодлу, да, по три машины, и выносили нахрен всю команду. Поэтому мое ощущение на данный момент от Т-72А, что ей вообще в этой игре не место на шестом уровне, ее вообще здесь быть не должно. Ну, знаете, еще тут небольшой косяк такой, чисто так, для размышления. Некоторые даже это заметили. Дело в том, что Т-72А это машина 79-го года, да, модификация. Вот. А Т-80, который идет на ступеньку ниже, машина 76-го года. Вот. И вполне было бы логично, то есть не нерфить XM1, а просто убрать отсюда Т-72А, чтобы на шестой уровень сполз Т-80, да? Он уже будет, как правило, дрюкать XM1, даже забронированный там в его, хотя даже не знаю, сколько ему брони на тот момент налепили. Там даже не урановая броня была, там, мне кажется, марсианские сплавы какие-то были засекречены. Вот, XM1 был, наверное, сделан, знаете, из обломков летающей тарелки, упавшей где-нибудь на Аляске. Вот, и также ниже сползает Т-90 на седьмой уровень, да, и начинает бодаться с Челленджером, уже более-менее пробивать его в дырку в триплекс мехвода, он же дырка, как вы поняли. Вот, и ниже сползает Т-90МС, тут Ариета, которая тоже пробивается только под башню и в швы брони, или как правильно назвать. Ну и уже и Аромат, естественно, дуплет Челленджер второй, а вот это прикол. Вот, но нестыковка получается в том, что помимо вот этого, вот этой конкуренции, да, которая была бы еще более-менее перевариваема игрой, есть еще вторая ветка от Софии, точнее две, это Леопарды и Абрамсы, да, которые уже в эту концепцию не, как бы они не вписываются. Дело в том, что если со старой версии XM1 забронированный до усрачки Т-80 бы бодался нормально, да, вернее просто, ну, естественно, дамаг у Т-80 был бы занерфен, да, и XM1 бы Т-80 также пробивал в нижний лист, и везде Т-80 пробивается, но вы знаете, когда можно пальцем протыкать его. Вот, то со следующими машинами Абрамс бы уже, ну, с Т-90, это было бы, конечно, интересное противостояние, это было бы логичное противостояние, я бы сказал, да, голый Абрамс там и первый Т-90, прокачанный Абрамс, да, последний топовый, и, ну, не самый топовый, но такой уже, и МС-очка, то есть это было бы нормально, но, конечно, это был бы перебаланс, очевидный переработка там всего вот этого, но Леопарды как бы справлялись в этой ситуации, я не знаю, по-моему, все Леопарды были бы по самой А6 разорваны такой жесткой конкуренцией, да, а апать их в угоду баланса, ну там апать, откровенно говоря, нечего, но нету наклона брони в нижнем листе, да, и урановой объединенной брони там нету, и навесной брони там вообще ничего нету, такое ощущение, не знаю, ну, у Леопарда как бы не было бы немножко шансов в этой борьбе, но вообще... вообще, вот моя теория, в принципе, довольно так, мне кажется, была бы интересна. Просто если убрать Т-72, все стало бы на свои места. Ну и англичане нам сюда какой-нибудь нарисовали. Я думаю, что на шестом уровне бы хорошо смотрелся непробиваемый Black Prince из улиток. Вот тот, прямо его оттуда вытащить. И сюда поставить. Пусть борется на равных. Ну, короче... Надеюсь, суть уловили, да, что как бы довольно странно, что эти машины, они стоят именно в таком порядке, годы производства у них стоят, указывают как бы на совсем другое положение этих машин в таблице. Ну или на худой конец здесь тогда должен стоять не голый Т-80, а Т-80 какой-нибудь там, не знаю, Б или еще что-нибудь такое. Но говорят, что некоторые написали, что в угоду баланса с Т-80 сняли дым. Да какого баланса? Дым что, нагибает, что ли?
Я что-то не вижу никакой логики в том, что если машина нагибает, надо у нее дымы забрать. Я уже понял, что ему двигло нормальное не сделали, да, скорость хорошую ему не запилили. Ну что за разгон 7.30 на газотурбинном двигле? Там на дизельных движках тачки быстрее гоняют. Вот, если верить программе, как военная тайна, да, то Т-80 был намного быстрее, чем Т-90, потому что Т-80 газотурбина, а это дизельный. Зато дизельный в гору лучше ехал. То есть я до сих пор помню эти программки, которые там нахваливали. Это выпуски, знаете, еще когда у нас мем в нашем Министерстве обороны был такой, раньше говорили, то есть не просто, что наши танки не имеют аналогов в мире, они говорили, на сколько лет наши танки опережают эти самые вот западные вот это вот колесницы войны, да. А указывалось тоже, что наш Т-90, вот в отличие от вот этого всякого западного говна, он, между прочим, вот знаете, блядь, ракетами стрелять может. Вот ракетами может Абрамс стрелять? Не может. Сосет Абрамс, вот так примерно ведущий говорил. И похрену, что на самом деле на Западе давно уже, в принципе, освоена технология стрельбы ракетами. Да, ну даже в этой игре Шеридан алюминиевый ракетами пуляет. Просто Абрамс не стреляет ракетами, видимо, потому что Абрамсу не надо стрелять ракетами. Но об этом, естественно, умалчивалось, как там. То есть суть передачки сводилась, как бы, насколько я помню, да, к тому, что типа, ну да, Абрамс там, Т-90 типа разрывает Абрамс как питбуль баллонку, как бы, но у Абрамса как бы есть спутниковое наведение, а на тот момент у нас и спутников-то не было, то есть и наводить было, собственно, никак. Но теперь у нас есть, наверное, ГЛОНАСС, и, наверное, типа теперь у нас есть спутниковое. Я тогда вообще, честно, не понимаю, зачем, ладно. Хрен бы с ним. Значит, а почему нету видоса по Т-90, спросят многие. Я сейчас сразу отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Потому что Т-90, он уже практически топовый, но тут беда в том, что я попадаю чаще к 9 уровням, чем к 8. А там, естественно, Т-90 разбирают этот в одну кормушку, просто в одни ворота его уделывают, как хотят. Потому что в этой игре разница в левелах плюс-минус один, это настолько существенно почему-то, что даже при стрельбе по уязвимым местам машина 6 левела не пробивает машину 7. Я не знаю, в чем, почему так, как бы, вроде пробой брони там присутствует и такой серьезный, в принципе, но вот не пробивают они и все. Поэтому Т-90, попадая к Т-90МС, к Ариетам, ко всяким, или там, к кому он там попадает, вот, к этим, к 9 левелам, ему там вообще, честно говоря, я не знаю. Только если в тыл прорваться, там, заехать в жопу кому-нибудь настрелять успеть, или охотиться за ББМками, которых там тоже очень мало. То есть бои сейчас такие, что снимать видос про этот танк, ну, смысла просто маловато, да. И также можно зайти ночью, но ночью он попадает к 7 левелам, и там 7 уже разрывать, да, но я не такой этот. Это вот другие вот всякие вот снимают вот такое вот. А я вот хочу, чтобы вот, если ты говоришь об этой машине, пусть она воюет с ровесниками, тогда это будет наиболее оптимально и наглядно. Вот, поэтому как только начнутся, ну, то есть явная нехватка 8 левелов, это, видимо, последствия акции 200% опыта. Все вкачали девятки сразу, да, и поэтому дефицит восьмерок. Вот как только он заполнится чем-нибудь, более-менее, тогда, в общем-то, ну, или постараюсь нацарапать какие-нибудь бои, потому что, ну, хотя я вот сколько на нем сыграл в рандоме, я еще ни разу к восьмеркам не попал. Вот, значит, по поводу стрима. Стрим будет, значит, возможно, скоро, возможно, даже в субботу. Ну, там, понимаете, лень сейчас этого. Надо опять разбираться, как там этот ОБС долбанный работает, да? Чтобы там счетчик FPS там отключать, иначе он с игрой конфликтует вроде как. Потом, что там еще? Ну, по опросу в этом видосе, что там сделать на 30-ку, победили варианты типа бухать, снимать маску, стримить, девочки, сауны, еще там что-то. Играть в Total War, играть в Dota. В общем, понятно. Возможно, будет все и сразу, возможно, возможно и нет. Ладно, короче, сегодня речь идет о Т-72. Да, в принципе, насколько выгодно смотрится машина, когда на ней хоть что-то обвешано, и насколько машина смотрится бедной, когда на ней нету вообще ничего. Кстати, косяки графики можно скрывать просто навесным оборудованием, поэтому я бы Т-80 обвешал как-нибудь покрасивее в угоду патриотизму. Да, то, ну серьезно, какой-то прям вообще бедный, несчастный на том уровне. Итак, ну что, Т-72А понеслась, что ли? Вот хочу сказать, насколько же со временем
стало лучше разнообразие техники в боях на этом уровне. Потому что когда я играл на 72-ке в прошлый раз, в команде была где-то 1-2 БМДшки. Половина состава был из Т-72А, ну и остальные заполняли XM1 и МБТ-70 примерно. Ну, от боя к бою, то есть, то есть, как бы, такое ощущение было, что воюешь просто с одними и теми же машинами постоянно. Вот леопардов АВ вообще не было, никогда видно толком, там, один, два, то есть, я не знаю, ну, искатели руля и патриоты, в общем-то, вот из чего состоял онлайн. Патриоты 72-ки, искатели руля XM1, ну, и, конечно, МБТ тогда тоже дико имбовал. Но со временем машины тут имбовать перестают не так, как бы не потому, что их прямо режут, прямо нерфят, потому что люди прочухивают, прохавывают, где у них там уязвимое место, да, одно единственное, то есть со временем начал и МБТ пробиваться. Ну, вот XM1 реально понерфили, поэтому там искать было нечего просто, потому что... Как обычно, стрельба на ходу, ой-ой-ой, как борт у 72-ки выдержал выстрел XM-а. Как обычно, стрельба на ходу далеко не фишка советской техники. Как бы это ни печалило. Ну что, можно за машинкой спрятаться, высунуться как-нибудь? Нет. За ящиками, за колеса, за покрышечками. О! Ай, под углом хорошо заходит, а? А вот всеми любимые кумулятивы так бы его не проткнули. Они бы вообще в нижний лист, наверное, не пробили. Вот поэтому я и не люблю стрельбу кумулятивами до того момента, когда я не захожу противнику в тыл. Только тогда... Только тогда я их переключаю и с чистой совестью начинаю яростно дамажить ими. А пока до этого момента, ну, настолько сомнительно, что я со своим стилем... Понимаете, у меня стиль игры не такой. Это если ты там сидишь в кустах за 3 километра, да, оттуда можешь повыцеливать что-то, если попадешь, конечно. Ну, что, кто-нибудь будет 72-ку там вот эту сторожить, чтобы она кумулятивом-то как раз мне в мой сочный зад бревенчатый... О! Просвистел тут чей-то летающий член. Около моей левой булки. Как там снаряд называют? Летающий лом, но это был чисто член. Так, вот мы... Вот сейчас я зайду как раз в тыл. Вот сейчас можно включить этот кумулятивный шприц. А нахрена мне столько фугасов? А, фугасов столько. Так я против XM1. Ну, МБТ, ну молодец. Давай, предупреди его, что мы идем, правильно. Ну, какого хрена 8 здоровья-то? Таран. Таран. Таран, таран, таран. А, хорошо. Это фишка из ПВЕ, кстати, пришла, таранная. Ну, а в ПВЕ она и пришла ко мне с картохи. Тут пытается меня арта обгадить с неба, да? Вот обратите внимание, что мне арта ничуть не мешает играть, потому что я играю подвижно. Арта бич тех, кто стоит на месте и держится крепко за свою пиписью. О, что это у него башня отвалилась. Надо было на крюк и в пункт приема. Черномет. Так, там сзади кентавр, никого не смущает, кроме меня. Кстати, качайте истребителей танков, если лень учить места пробоя. Они всегда, по-моему, на всех левелах пробивают, куда хотят. Куда хотят, кого хотят. Кстати, можно опять включить. Кстати, поправили командиров. Вроде как, я смотрю, что Руденко заработала. У меня перезарядка там, ну... Ага, а вот теперь у меня перезарядка ни хрена не столько. Эта путаница возникает с тем, что есть перк на смену боеприпасов. То есть, получается, как, что... Блин, а вот этого я тут не ожидал увидеть. Получается, что чем чаще ты меняешь боеприпасы, тем быстрее перезарядка, что ли? Так, что ли, выходит? Ну-ка, сейчас посмотрим. А вот сейчас хрен там плавал, да? Да кто? А! О, понятно. Конфуз. Ну, сейчас команда подъедет, может быть, чем-нибудь, я не знаю, чем-нибудь поможет там, что-нибудь. Или их вообще не смущает ничего. Так, давай-то по кентавру плюху дадим. Контрольную без сведения, потому что очково. А, все, он последний. Последний из магикан. Вот мыши. Кентавра съели мыши. Ну да, в конце дармагана получал, но, в принципе, нормально и задамаживал. Вот если бы фланг второй не отставал, сейчас бы мы их снесли еще минут назад. Ну, счет достойный. В принципе, но здесь, видите, эта карта, она для 72-ки подходит. Если вы не едете на гору, да, то есть вся советская техника, она пригодна для войны на плоскости, на плоских поверхностях, на полянке, дороги там. Как только какие-то песчаные дюны, горбы какие-то на карте, там УВН начинает дико мешать, дико выбешивать. Хоть по турами стреляй.
Поэтому здесь, в принципе, 72-ка на этой карте, на территории завода, очень даже котировалась, учитывая, если можно было проманеврировать, подкрасться, подъехать и раздать. Но 2800 дамага на этом уровне, не самый топ, конечно. Есть кто и больше накидал. XM1, видите, говорит, что XM1 не тащит. Тащит. Интересно только, где он там тащил, что его не видел толком. Наверное, вот как раз это те, кто бился на заводе, вот как раз в самом трэшовом месте, там на улице, даже не знаю, как назвать, улице 41-го года, там постоянно стреляют. Вот эта карта подойдет. Вот она в меру горбата. Я даже не поеду туда, где я говорил, что надо на советских танках воевать, да, на восьмой линии, потому что концентрация команды на восьмой линии у нас запредельная. Точнее, все стадо там. Придется мне ехать на излом и где-то там пытаться найти себе место. Вообще надо было Т-72 сделать, как, знаете, как лоу-райдер у латиносов в Америке, чтобы подвеска была такая гидравлическая, чтобы, когда надо ствол опустить, Т-72 себе жопу приподнимал так, чтобы задние катки становились на цыпочки так, приподнимали задницу, и можно было на этом танке хоть выстрелить хоть немножко из-за какого-нибудь склона. А то здесь, я не знаю, ну, угол наклона ствола, как детская горка. В ясельках, причем, не на площадке. А вот у них XM с хорошим УВН, да и МБТ-70 уже вывалился. Там 72-ка наша пытается их встречать, но гиблое дело, чувак. Я так понимаю, что они уже меня мониторят там в два ствола. Здесь мы видим, что база повстанцев находится из Звездных войн. Видимо, мы оказались летом на планете Хот. Я не знаю, что за бункеры такие. Мне кажется, примерно из таких в Modern Warfare ядерные ракеты на взлет уходили. Да, мониторят. Мониторят. Предсказуемо. Вот 72-ка наша без УВН уже стоит. Ни УВНа нету, ни здоровья. Отлично. Получила, что хотела, видимо. Так, мне так на секунду показалось, что это Т-28 черепашка выползает, а не 72-й. Такой силуэт у нее был. С вот этим круглым люком. Но сейчас они разберут наших... этих половину, и глядишь, вы начнут выезжать уже сюда. Смотрите, как он башню повернул, МБТ этот. Что он себе позволяет? А, уже все. Нати. Я им эти вышибаю, блин, модули. Как вот эти вот прицел командира, вот. Обоим сломал, я не знаю, что-то это даст нашей команде или нет. Леопард туда поехал. Ну, блин, они так вообще не скоро высунутся. Воу-воу. Изи, мэн, изи. Опа, разрядочка. Ну, теперь я тебя тут постою, подожду, походу, делать ты будешь. А, все, можно туда ехать, отлично. Мы продавили. Мы вроде как продавили. Отлично, арта, давай. Мимо кассы. Чувак, я оттуда полчаса назад уехал. Ты че, у тебя интернет такой медленный, или ты тормозишь? Естественно, что... О! Вот так вот почаще делай, почаще. Отлично. Вот в днище я люблю стрелять. В днище. Все, он психанул и поехал на таран, походу. Так, ну что? Ну что, господа, давайте... Ой, там уже едут помощнички. А, он не едет, он стоит там. Ну куда он, блин, от меня? Под башню, что ли? Так, давайте этого Оптимуса Прайма 84-го года разлива толпой заберем, а? Чё-то мне не нравится, как он себя ведет. Леопард тут же затупил, естественно. Нахрен. Нам секунданты нам не нужны. Так, я его уработал, ну отлично, короче. Меня тут же слили. Если бы... Дайте мини-карту обратно на экран, сильвупле. Мне что-то вот... У меня вопрос, вот что вот эта 72-ка здесь стоит? Что она здесь делает?
Вместо того, чтобы перевалиться со всей командой, он стоит и со своим дерьмовым АУВНом перестреливается с МБТ. Отлично. А вот этот товарищ, неужели не видно по миникарте, что и по дамагу, который отлетает от твоих союзников, что XM1, который тебя монит... А, он его Брэдли пасет. Его напугал пулеметный танчик. Ладно, все, ладно, базара нет. Никаких предъяв. Я, собственно, пожертвовал собой ради того, чтобы команда наконец-то перешла в атаку по этому флангу. Я просто ищу плюсы у того, что я слился, да. Но перед тем, как слиться, я успел накидать свои заветные 2000 урона. Это порог дамага, когда я слив считаю, в принципе, оправданным. Эх, аминь. Поймал себя на такой мысли, что раньше я играл и подсознательно молился, чтобы не встретить XM1 на поле боя, потому что он не пробивался. Теперь же наоборот, хочу навязчиво хочется встречать только XM1, потому что он теперь картонка, да, и дамаг у него слабенький. В принципе, с ним удобно идти в размен. В общем, что можно сказать, что давить на этом танке, ну, по-прежнему нельзя. Да, он может теперь накидывать дамаг, он теперь намного лучше может докидывать дамаг по сравнению с тем, что было до этого, когда у него противники были намного сильнее. Я так понял, что с тех пор даже МБТ понерфили, но я за этим честно не следил, потому что у меня тогда его не было, да, даже. Вот, но что-то там вроде нерфили незначительно. Вот, и XM1 понерфили, и этим самым Т-72А стал немножко получше, но его броня, она все равно не позволяет давить направление, не позволяет танковать направление. УВН его не позволяет нормально играть, он по-прежнему мне не нравится, но он стал более играбельным. Если бы я катал на 72А сейчас, то есть моя статистика дамага не была бы 1500. Она была бы уже вот как раз в районе двушки, да, там за двушку даже переваливала бы в легкую, потому что дамаг у него реально дохренища, да. Еще бы жизни у него дохренища было, было бы вообще хорошо, но жизни у него нет. Ну вот, мне дамагу везут, чтобы я сделал сразу. Птуровод приехал. Че, в гусеницу ракета не зашла, что ли? Ой-ой-ой, я уже думал, что не попаду. Вот вторая плюха зашла особенно чудесно. Уже косарь дамага. Вот, мне еще подвезли. Еще уже полтора косаря. Три выстрела, полтора косаря дамага. Смотри, четыре выстрела, и можно сливаться с двушкой. Ай, нравится, ай, хорошо. Хорошо, когда против вас играют люди, которые играют хуже, чем вы, да? Вот если на равном скилле, то 72-ка, я не думаю, что лучше, это лучшая техника на этом уровне. Потому что, ну, слишком уж она уязвима, что ли. Слишком у нее УВН говнистый. Ну, вы видели, я показывал, да, свой средний дамаг на Леопарде АВ, да, там. Чуть ли не на 1000 больше, чем на... Ну, что ж ты свою жопу-то здесь поставил? Эй, я видел, что он выпирает оттуда. Что торчит, вернее. Бам. Вот, чуть ли не на 1000 среднего дамага у меня лучше на Леопарде, чем на 72А. Но опять же, если бы Леопард я качал в то же время, когда XM1 доминировал. Ой, зато какая бы у меня на XM1 была стата, если бы я качал его, когда он доминировал. Ну вот, 2006 дамага. А вот уже и 2400. Хорошо, когда команда вот давит, вот не сыт, никто не сидит. Смотрите, Стингрей, 42 дамага, и он возглавляет атаку. Вот так я играю, мне тоже. Хотя вот пересев на всякие ИТ и средние легкие танчики, легкие, вернее, не средние, я стал играть так, что я возглавляю атаку до той поры, когда я становлюсь шотным. Когда я становлюсь шотным, я разворачиваюсь, еду в тыл, стою в кустах. Все, я уже не могу ничего светить, потому что я тут же помру. Вот тогда стоять в кустах вполне оправданно. Но до этого момента, когда ты можешь танковать, ну, танковать, грубо сказано, когда ты можешь светить и позволить себе получить пару плюх, как бы, почему бы и не действовать на острие. Ай, елочка. Елочка рухнула. Так, жди КСТП. О, еще дамага везут. 500-очка. Даже можно на кумулятивы не переключаться, потому что здесь и под калиберными снарядами меня дамаг вполне устраивает. А вот эти, кстати, машинки, они... Ой, зеркало ему снес. И, кстати, насколько я вижу, как раз-таки эта машинка экранами со всех сторон и обделана. Экранированы, то есть. Эй! Ох, опустил все-таки.
и ствол опустил. Тихо, тихо, изи. Забрызгали камеру, вот эффекты. Эффекты нравятся, эффекты хорошо. Капельки, водичка. Я бы добавил на месте разработчиков больше карт с погодными условиями. Ну, естественно, при условии наличия оптимизации на них, да, что-то не будет сказываться в просадке FPS. Чтобы лил дождь какой-нибудь, а потом в идеале со временем, чтобы танки в говнище были измазаны, да, со временем по говну поездил, танк стал грязным, вот это будет круто. Да как вы задолбали пулеметные, сука, черти, а? 43 дамага! 43 дамага, ё-моё. Не, ну серьезно, Нига, 43 дамага. По ВВЛ-ку. Хотя ему в пулемет шмальнул. От тайфуна отправляйся в зад. Ну, в принципе, я уже готов помереть. Чё мне тут? Я уже сделал все, что хотел. В этом бою 4000 дамага накидал. Да, и выжил. Алиф, я же... Ну, не довелось мне, к счастью, поиграть на такой шикарной карте, как нефтепровод, да, на супер-мега-горбатой карте. Вот. Кстати, я один из тех немногих людей, кто к карте реактор относится намного лучше, чем некоторым к другим картам. Был, конечно, у меня слив, который не попадет в эту запись, на карте горящий песок, да, горящий пердак, как я называю, потому что я там... Был не с того респа появился, да, там есть респы, с которых удобно играть, а есть респ, с которого играть неудобно вообще. То есть вот тот нижний, допустим, где ты едешь вдоль берега, тот респ доехать, очевидно, все время. А вот верхний, он какой-то мутный для меня, я его не очень люблю. Ну, золотая медаль, кстати, недавно достижение получил за 100 золотых медалей. Лемандос денег мне закинули. Ты узнаешь, 4К дамага, ну понятно. Ну, короче... Теперь, когда у Т-72 нету такого стрёмного и страшного противника, как XM1, машина, в принципе, уже вполне себе нормальная. Если я раньше люто вайнил по поводу того, что Т-72, вообще говно, боль страшная. Да много кто вайнил, да, много кто разделяет эту точку зрения, то теперь, в принципе, она накидывает дамаг, и машина теперь, она хотя бы... Она вряд ли по-прежнему будет у кого-то любимой, как мне кажется, но она теперь хотя бы нормально проходная. Не надо в ПВЕ ее прокачивать. Теперь просто дамага раскидывайте. 4 выстрела за бой сделать успели, 2000 накидали, можете помирать смело. Ну а во всем остальном ее УВН все-таки убивает, конечно, вообще морально и физически. На многих картах УВН не дает возможности нормально воевать на этой машине. И, как я говорил раньше, от башни она воевать не может. Она не способна воевать от башни, потому что, ну, мало таких мест, где с таким УВН можно это осуществлять. Ну и, во-вторых, она и в башню пробивается. Как она может от башни воевать? Ну и как она там под башню, вон люк к вашим услугам всегда. Я вот все время хотел пошутить насчет того, что это гранатомет муха сзади пристегнутый, чтобы танкисты выпрыгнули и отомстили за свою машину. Но тогда найдутся люди, которые вообще не понимают таких шуток. И начнут мне долго и нудно объяснять каждую, что находится в каждой коробочке, в каждом отсеке этого танка. Ладно, все, короче, понятно. Половина претензий, основная часть претензий к танку Т-72А с моей стороны официально снимается. Теперь танк дамажит. И, в принципе, потом, если лень не будет, я на нем статистику свою выпрямлю, да, когда ее можно будет нормально смотреть здесь. То есть через поиск набирать имя, да, и смотреть. То есть сейчас как вот эта статистика работает? Надо вот зайти в чат, там, найти кого-то там хочешь, посмотреть личное дело. Вон, заходите, и видно вот личное дело этого Фортривер. Пиарю чувака. Фортривер, средний дамаг 900. Отличный пацан, берите в кланы. То есть вот так. Или через, как я понял, списки друзей. А, где они здесь? Допустим, вот у меня каких-то... Добавил людей, которые не играют все равно. Вот дед на танке добавился в друзья. У него 110 побед. 110 боев, вернее. 1500 дамага, правда, было. Дед, вернись, ты нагибаешь. Вот, но при этом, я так понимаю, что здесь нельзя... Можно ввести поиск друзей там каких-то, ну, допустим... Ну, то есть, вот как происходит, если ввести сюда, там, допустим, пресс,
Ну, аккаунт я дописывать не буду, да, как бы, ну, логично, что должен выпадать список из совпадений, да, кого конкретно вы хотите там добавить. Ну, так, например, сделано в других играх. Вводите ник, там, если есть частичное совпадение или полное, тут появляется окно там конкретного выбора. Здесь жмем ОК, если такой человек есть, ему сразу уходит приглашение, вот, допустим, пресс, запрос отправлен. Если такого человека нету, то не происходит вообще ничего, то есть поэтому, не добавив друзья, как я понимаю, здесь, хрен, видите, нету, не посмотреть, то есть. Поэтому не провентилировать, конечно, статку других вододелов, если они у вас не в друзьях, но если каким-то чудом они вас в друзья добавили, скидывайте в интернет, давайте поржем. Все, короче, на этом конец. Пишите, жмите.